Где он? Что за... Где точка его? Вон он, а? Пацаны, ну... Брат, ты что тут делаешь? Открывай дверь! Ты что, машину начал воровать? Помочь хотел своей сестре. А где деловой? О, блин, вон он! Вот он, Серега. Слышь, ты нахера нас сюда позвал? Да блин, сеструха попросила тачку в сервисе догнать. Она не заводится. С сестрой понятно. А с тачкой-то что? Ты долбан, говорю, тачка не заводится. Че, ее завести не можешь? Могу, я любую завести могу. Это цирк какой-то. Ты не пробовал нормальными ключами? Конечно, забрать? Пробовал, там вставить некуда. А че у тебя вещи, проблемы со вставить? Толкнуть тачку просто надо. А за сколько мы ее можем толкнуть? Ну, примерно за 5 секунд. Да вы прикалываетесь! Это тачка твоей сестры! С толкача! О, у меня, кстати, толкачка есть. Нахера тебе толкач? Дорогой дневник, меня не понимают. Ну, точнее, когда в общественном туалете заканчивается бумажка, они меня сразу же понимают. А сейчас почему-то нет. Инсталляция. Лебедь, рак и сука, отойди, ты мешаешь. Че, ручник не опустили? А где ручник? У нас ручник скоммуниздили, я звоню в полицию. Куда ты звонишь? А в натуре, а где ручник-то? Да он здесь электронный. Ладно, давай пока опускаю ручник, я пока тачку толкну. Давай. Эх, козел тупой, ты всегда останешься тормозом, никогда не поднимешь. Слышь, нахуй ты на ручник материшься? Я его пускаю. Короче, надо лезть под капот. О, что-то компот захотелось. Еще раз говорю, лезем под компот, под капот. Открой мне капот, короче. Давай уже смотри, что здесь. Не нажимай больше ничего, хорошо? Ладно. Спасибо. Так, пацаны, я пересмотрел все серии трансформеров, я знаю, что нужно сделать. Первое, меняем свечи. Так, у меня свечи есть. Фильтр имеется. Давай. Что нужно сделать, это заменить прокладки. И они есть. Нахера тебе, блядь, прокладки? Короче, забирай свою эту нарню, блядь, на лямки, иди отсюда. Соберитесь, тачку реально нужно починить. Так, я пройду, посмотрю инструменты в багажнике. Хорошо. Бля, это что такое? Что это такое? Это антифриз. Ну, не хотите, как хотите. Кстати, пацаны, у нас Денис в багажнике застрял. Чего? Пацаны, я все-таки завел машину. Я настоящий механик. Да ты лошарик, нахрен ты туда залез. Открывай. Он сейчас задохнется же. Отойди. Ух, блин, простите, пожалуйста. Надо салона попробовать. Где тут, сука, багажник открывается? Где? Ебать. А это кто нахуй? Гоните, давайте.